песни итальянских партизан «Белла Чао» в исполнении Дина Рида. Честно говоря, не знаю, были ли среди итальянских партизан так похожие на Че Гевару. И, по-моему, именно образ Че Вадим Колганов воплощал на льду. Ему удалось. Одна единственная ошибка с его стороны за все время танца простительно тяжелый для мужчины, для партнера. Тяжелый танец поставил Илья Авербух. И, по-моему, у ребят он очень хорошо получился. Энергетика была положительная. И такая мощная энергетика исходит, ну, как всегда, от Тани Навки. Такой заряд, когда на нее смотришь, хочется танцевать вместе с ней. Но если ты мужчина. К сожалению, повезло не мне, а повезло Вадиму Колганову. И я не знаю, конечно, хочется такой партнерше соответствовать. И что здесь больше? Старание или восхищение партнерши с его стороны? Посмотрите, на повторе видно, как здорово, как синхронно получилась эта сложная дорожка шагов. Ну и, как всегда, я отмечаю работу.